Мое почтение, друзья! Меня зовут Влад Шрейдер, и добро пожаловать в The Long Dark! Я сегодня хотел продолжить путешествовать по миру льда нашей неубиваемой женщины, но вдруг... И вдруг вместе с выживанием открыли испытания. Давайте попробуем, что же нас здесь ждет. Безнадежное спасение или добыча часть первая. Неужели больше никто не выжил? Вам нужно знать, если бы вы могли подать кому-нибудь сигнал, найдите сигнальный пистолет на вершине Волчьей горы, выстрелите из него с вершины маяка в точке запустения и в добыче. Вас преследует матерый медведь. Чтобы убить его, потребуется старое медвежье ружье Зверолова. Доберитесь до домика Зверолова, прежде чем медведь доберется до вас. Избегайте медведя, доберитесь до домика Зверолова на загадочном озере. Ладно, давайте медведя. Я, конечно, буду играть с женщиной. Дать название испытанию. Сегодня у нас очень славная миссия. Миссия под кодовым названием «Перекати поле». Мы так же, как «Перекати поле» в старых вестернах, безмятежно и легко прокатимся по местным снежным пустыням. Это будет непросто. Это будет непросто. А, господи боже, ё-моё! О, блин! Я же только начал! Свали, старый! Вау. Так, это было очень серьезно и очень-очень страшно. И он нас бросил? Ты почему нас бросил, дурень? О, у меня 9% здоровья. Я не могу бежать. И медведь от меня сваливает. Что я должен сделать? Я так понимаю, нужно идти в другую сторону, да? Так, а что я должен сделать? Я должен идти в другую сторону. Мне нужно найти срочно дом, чтобы там пересидеть. Я вот-вот-вот умру. Нет. Я же только начал. Какой умирать? О чем ты? Я так полагаю, что я буду начинать все заново и заново. И каждый раз. Блин, так у меня ничего нет. Все поломано. Температура низкая, ничего не помогает. 2% и... Печально. Это было очень просто, давайте повторим попытку. На вас находится старый медведь. Какой-то очень странный медведь. Если он прям на меня напал, то почему ты меня не добил, дурень? Плевать, она и так сдохнет через секунд 30. Какой-то нуб играет и ничего сделать не может. Фундамент? О, я, оказывается, мог спуститься вниз. И здесь все есть? Еда. Куча патронов. Сигнальная ракета. Варежки. Факел. Снарядить. Применить. Это адреналин? Я даже не понял, что я втыкаю. Начал разламывать ящик и подох. Все, можно, мне уже можно идти. И ушел. Так, не терять ни минуту, спускаться вниз, втыкать себе шприц в грудину. Ты идиот, и вся твоя семья идиотская. У него из спины торчит пара стрел. Значит, я все-таки смог что-то ему, какой-то урон нанести. Похоже, мне конец. Тут, конечно, я не могу с тобой спорить, потому что я ничего сделать не могу. А, вот и аптечка. Но она пустая. Так, напряглись. Дрова взяли, все взяли. Здесь уже больше ничего нет. Пойдем отсюда. Ладно, придется заново. Хорошо. Теперь я хотя бы хоть что-то знаю, что можно сделать. Можно спуститься в фундамент этого дома и все. Сейчас меня поглотит тьма. Медведь лох. Думаю, что можно на русском написать. И я подумал, а почему бы не избавиться от болезни с помощью сна? Еды и воды здесь много, и всего много, и просто лечь спать. Так, я не помню, как разложить. Вот прям здесь и ляжем. Давай, поспим 2 часа. Что я сделал не так? Мне показалось, что это хорошая идея, просто лечь спать. Хорошо, бросим. Бросим эту затею с испытаниями и вернемся в благополучный мир, домик Зверолова. Здесь все прекрасно, и лук, и стрелы, и все, что хочешь. 99% всего. Испытания пройдем обязательно, но чуть попозже. Сейчас как-то ну совсем не пошло. Единственное, что проблемно в этом мире, конечно, это моя обувь. И я не знаю, как сушить кожу. А, просушено 1%.
Лол, а если я здесь включу печь? Я зажгу, она просушится, и все будет в порядке. А? 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 Нормальная идея? Нормально? Сушится? А куда мне, собственно, идти? У меня все время не хватает еды, она прожорливая, как тот самый медведь, который меня колупал. О, как... теперь как удобно сделали, теперь видно все, что у меня тратится. В то время, пока я собираю все ресурсы. Ты все время умираешь от голода, пора тебе похудеть немножко. Мы и так все время бегаем, собираем еду, и тебе не хватает. Пойдем тогда оленя вскроем, я же вроде раз... в прошлый раз его вскрывал. Ой, прям ворона над ним летает. То есть, ну, надо знать. Таксика, по ощущению, это минус 13, не так уж и много, но там лежит шкура, мне придется в него, в этот домик, обязательно вернуться. Если хочешь что-нибудь поесть, обязательно берем, открываем, пьем 250 калорий. Вообще-то можно как бы идти пить, но ладно, пофиг, что я докопался до тебя, просто пошли. Топорик, здравствуйте. Труд, последняя стоянка Макса. Это Макс? Я, пожалуй, вернусь обратно, возьму эту чертову шкуру и понесу ее с собой. Нафига вообще я там оставил? Это такая тупая идея, потому что там уже нет никаких ресурсов, ничего больше нет. Вот если я буду перемещаться между домиками, оставлять эту кожу, чтобы она сушилась, тогда другое дело. А сейчас-то зачем? Какой в этом смысл? Ну, я понял, что в ту сторону идти не нужно. Ладно, это единственный плюс. Все, и вот последняя стоянка Макса. Вот теперь это здорово выглядит. Хочется есть, устал, прохладно. Хорошо, немножко поспать, поесть и валить. Придется поспать очень много, потому что дневное время уже заканчивается, и в ночь идти как-то, ну, очень стрёмно. А, и спать не могу бесконечно. Фиговое обновление, вы чё? Придется идти в ночь. Ок, уговорили. Ок, пойдем в ту сторону. Я пришел оттуда. Я пришел оттуда, когда я шел, я видел кресты. Все нормально, еда есть, вода есть, факел есть, от волков избавимся. Медведь меня, конечно, может и закоцает, но не страшненько. Опять железная дорога. Почему я все время возвращаюсь сюда? По крайней мере, начинаю потихоньку ориентироваться. Если я нахожусь у дома Зверолова и пойти от него налево, то мы найдем, скорее всего, железную дорогу, где я все уже обшмонал на несколько раз. Но вдруг... Вот врать не буду, я посмотрел карту. Посмотрел карту местности, и что? Нет, она мне ничем не помогла вообще. Ничем. Нет, не абсолютно никак. Нет! Я прошу тебя, ну хватит, блин! Ты не вовремя! Где он? Ушел? Я обманул тебя! Если я вижу домик, значит, нужно в следующий раз туда идти. И значит, в той стороне все исследовано, абсолютно все. Там загадочное озеро, там это железная дорога, а вот дом Зверолова. Окей. Понятно. Значит, пойдем в ту сторону в следующий раз. Так, значит, шкуру бросаем и ложимся спать. Вы выжили 8 дней, 13 часов и 19 минут. Сегодня прогресс, конечно, невелик, друзья, но в выживании главная цель какая? Главная цель выжить. И мы выжили 8 дней, сколько-то там часов, я только что забыл, хотя мне только что об этом сказали, но это не важно. В следующий раз мы продолжим обязательно и пойдем уже в ту сторону, в которую нужно идти. И, кстати, вот дом Зверолова. И спасибо, что были со мной. Подписывайтесь, не забывайте лайкать, рассказывайте друзьям. Подписывайтесь на паблик ВКонтакте, ссылка будет в описании. И до скорого!